Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха. Вот откуда корни аскетизма, вот откуда корни воздержания, вот зачем пост, вот зачем нужно скромнее одеваться, меньше есть и давать себе больше занятий всяких физических, в том числе, чтобы смирять себя и быть вечно занятым, потому что оставь человека на откуп его удовольствиями, он превратится в демона, сладострастного, жестокого, ленивого демона.